Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Десять на десять. Средь бела дня мужчина похищает женщину прямо с городской улицы, засовывает ее в багажник и везет к себе домой, где он заранее обустроил звукоизолированную комнату размером 10 на 10 футов. Но он не обычный маньяк. Сначала мужчина хочет кое-что разузнать у своей пленницы. Мэри Поппинс возвращается. Тебя никогда здесь не было. У сурового Джонни простая судьба. Он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий напролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо – единственная надежда. И даже самые изощренные и жестокие силы не должны помешать ему вызволить ее из ада, в которую она попала. Большой добрый великан. В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. Мордекай 2015 года. В центре сюжета история Чарльза Мордекая, обходительного арт-дельца и жулика по совместительству, который путешествует по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в этом произведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. По ходу Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой МИ-5,
международным терроризмом и со своей умопомрачительно длинноногой женой. Тайна в их глазах. Комната 2015 года. Девушку по имени Ма похитили, когда она была еще подростком. С тех пор бедняга живет в крохотном комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик при этом ничего кроме этой комнаты не видел. Он в ней родился и ни разу ее не покидал. Костяной томагавк 2015 года. Четверо мужчин отправляются в отдаленные земли Дикого Запада, чтобы спасти группу пленных из пещер каннибалов. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!